Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 54, упражнение номер 10. Используя эти выражения, составь верные равенства. 32 умножить на 40 и прибавить 32 умноженное на 6. Это мы можем заменить следующим выражением. 32 умножить на сумму 46. То есть 32 умножить на 46. Или 46 умножить на 30. 32 умножить на 46. Следующее. 23 умножить на 50 плюс 23 умножить на 4. Это мы можем заменить. 23 умножить на сумму чисел 50 и 4. То есть 23 нужно умножить на 54. 46 умножить на 30 плюс 46 умножить на 2. Заменяем суммой. 46 умножить на сумму чисел 32. То есть 46 нужно умножить на 32. 54 умножить на 20 плюс 54 умножить на 3. Заменяем 54 умножить на сумму 23. То есть 54 нужно умножить на 23. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.